Убрали нас, не знаю. За что убрали? Не знаю. Вас сегодня выселили оттуда или как? Вчера. Говорят, вообще не будут это здание работать. Хороший рынок был, дешево был, хорошие люди все покупали, а сейчас никак. Это все, что осталось со вчерашнего дня? Да, остатки, да, продаем. Да, все, пустое здание уже, рынок пустой уже, все. Там кто-то остался еще? Я вижу, что там еще люди. Нет, они уборка делать занимаются. Вот все. Здравствуйте. Здравствуйте. Выселили вас тоже оттуда, да? Да. Как вас выселили вчера? Что пришли, сказали? Ничего не сказала, просто так вот двигнуть, все. А много там людей было? Да, конечно. Сколько примерно людей там работало? Здесь 50. Больше. И куда сейчас все? Сейчас не знаю, все семьи здесь не знаю. Не знаю, что делаем, без работы стал. Вот сюда зайдите. Давай, показать что-то? Скажите, много у вас вещей тут осталось еще собирать? Ну, на часик еще будет. Куда повезете все это? Ну, пока домой, а мы туда будем искать место. Вообще, уже есть предположение, где примерно планируете пребывать? Вообще никак, было настолько неожиданно. Я в 12 пришла, как бы часа в 2, наверное, подошли, как бы все спокойно было, все спокойно было. Много людей, много судебных приставов было? Ну, человек 5, наверное, было. Сказали, все, освобождаем в течение получаса. А вам сказали, по какой причине вас отсюда выселяют? Ну, якобы на здание документы не готовы. Скажите, а здание это вообще работает? Не знаю.